командный бой с пушечкой SIG. Это пистолет-пулемет. Немного я его успел потестить, очень он понравился, он практически вообще без задач, это какой-то имба. Надеюсь, я в этом матче покажу хорошую игру и действительно возможность этого, этой ППшки. Слушаю кого-то. Да, как обычно. Так, ну вот тут. Здесь есть. Подо мной, слышу его. Плиться воткнуть надо. Я прям слышу, что подо мной ходит. Где он? Есть. Где тут все, блядь? Я вижу, но они далеко. ППшка не берет на такое расстояние. Больше рожка надо будет отстрелить. Только в этом случае... Вернее, 4 хп оставляю, да? Вроде с пингом более-менее еще как-то, ну... Все что-то как-то... Печально. О, видите, вообще без задачи практически. Как надо сфокусироваться, короче. Что-то я вообще как бомж играю. Бачу, это какое-то мясо вообще. Шприца нет уже. Блять, да на таком расстоянии тоже упреждение брать надо. Что за хуйня? Опа, а что за провак? Что он меня видит? Ну-ка, выходи. Ой, я косой. Я слышу, надо мной есть хер. Не надо только спрыгивать, другалек. Я слышу, он возле меня ходит. Да, я как бомж сыграл в этом раунде вообще. Я не знаю, даже сам на себя не похож. Не привык я, конечно, сидеть, слушать, комментировать, что-то еще говорить. Короче, пушка огонь, обязательно попробуйте. Так, вот отсюда сейчас. Я слышу, пойдут. Идут. Вот я про это и говорю. Слышу еще. Сейчас будут заходить. Вот я про это и говорю, что пушка просто, блядь, без задач. Выходи, дробовик. Переиграть меня хотел, а я тебя переиграл. Нереальный. Блять, что-то я как мудила заспрейл. Давайте захилимся. Вроде никого не слышу. Ну, бывает, бывает, не расстраивайся, кругалек. Патроны на исходе. Топ-кэмп идет. Это он мне говорит, интересно? Чел, который играет 3-5? Ну, как-то так. Да, я покемперил, но что сделать, если бомжи лезут сюда постоянно в эту хату и там дерутся? У меня оружие идеально для этого подходит. Неужели я пойду стреляться, блядь, наравне со снайперскими винтовками? Зачем? Зачем я пойду стреляться? Вот с этим долбоебом, который мне пишет no camp. Когда у него штурмовая винтовка, а у меня пистолет-пулемет. Ну идиот. В общем, как-то так. Карта Москва. Пистолет-пулемет немецкий. Вроде бы, если не ошибаюсь, SIG. Как я уже говорил, на Берлине
Это хорошая карта для него, потому что он работает на в основном мелких дистанциях. Средние ему уже тяжеловато, конечно. Дальние вообще молчу. Здесь он работать должен на полную. Если я сейчас не покажу игру бомжа. Вот. То есть он очень удобен. Очень и очень скорострелен. Вот здесь. Кого-то я заспрейл, но что-то слишком много их было здесь, конечно. Буду вот тут зажали наших. Ой. Смогу спрятаться, нет, здесь? Ой, что-то я вообще не попал нихера. Это про лаги странные, вообще непонятно. Тут либо хуёво регает в игре, либо расстояние большое, уже как бы пистолет-пулемет справляется, так скажем, не очень. Вот так он очень даже хорошо справляется. Так, они вот там должны быть, там никого нету. Блять, я постоянно отпускаю ЛКМ, чтобы не стрелять, потому что я вижу, что я уже много надамажил. Но зачастую этого не хватает. Забирай патроны. Монстр 26. Натуре монстр. Мне бы хилочку, пацаны. Блять. Скиньте хилочку под раз. 5 монстр в голову получает. Видите, то есть отдача. Я думаю, можно еще улучшить этот сетап. Джельки-мельки. Джельки-мельки. А, спасибо, гнида. Умирай нахуй тогда, если ты не умеешь стрелять. Калич ебаный. Зачем ты мне в спину стреляешь, если я перед тобой стал? Ну да, я стал у тебя перед прицелом. Виноват. Ой-ой-ой, как я сейчас троих заспрейл. Просто шок-контент. Если за счет троих я сейчас еще... А, нет, мы очень сильно раунд. Я думал, я сейчас за счет троих этих раунд вытащил, но нет. На себя дохуя взял. Я не очень раунд сыграл. Он поедатель детей 45 уровня 14-4 сыграл. Я всего лишь 9-3. Но я просто пока пизжу, я как-то, блять, у меня рассинхрон с мозгами, и я не могу играть в FPS-шутер, когда надо слушать, когда надо там прям прислушиваться, кто там вокруг тебя там что бегает, где... Там я чел просто шотают, блядь. Когда я там в соседнем здании. Ну это реально трэш. Я бы, блядь, занерфил эту помпу, потому что, ну... Я слышу, что тот кто-то бегает надо мной. Ой, блядь, не помог дробовик. Не смог, блядь, на модельку персонажа навестись. И проебался. Обосрался, просто не смог навестись на модельку. Кому патроны? Блядь, что это тут? Да вы заебали. Я просто ждал отката шприца. Я ждал, пока шприц откатится, блядь. Чтобы за наркоманиться. Кого-то слышу. Слева. Блять, дура даже в спину с дробовика не попадает, ладно. Понял. Да, даже можно бедро чуть пострелять с него. Но не очень надежно. Надо другие тогда весы ставить. Блять, ну почему меня убивают постоянно на перезарядке? Ну что за... Блять. Unlock реально. Вот как-то так. Вообще не лучшую игру свою показал, на самом деле. Даже худшую, я бы сказал. То есть обычно у меня общий счет там, я, ну не знаю, 36 на... Блять.
А 8, там, то есть у меня когда там 3-5 такое, то есть я даже здесь не бест, ну типа я тут откровенно хуёво сыграл. У меня должно быть киллов 30 плюс сейчас. Но главное, я показал мощь этой ппшки. Потому что она реально мощная, она очень скорострельная, за счет этого она спреет просто, она сбривает настолько быстро. То есть вот я покажу ладаут свой. Я специально поставил G17, потому что у него веса совсем нет. То есть вот видите, у меня высокая скорость, а с ним уже будет средняя. То есть либо с Роганом, блять, с Роганом этим, с Лебедевым, этот мне еще не открыл 45 уровня. То есть я просто поставил глушак, поставил тут все, у меня керамика титан стоит. У меня стоят боеприпасы, потому что на SIG очень быстро заканчиваются патроны, за счет того, что он их выплевывает рожок просто за 2 секунды, за 3. То есть аптечки смысла нету. Пока ты аптечку поставишь, пока ты похилишься, ты теряешь время. Так как ты очень быстро передвигаешься, ты должен перезарядиться, пойти и скинуть боеприпасы, если ты прям все потратил, восстановить себе магазины и бежать дальше драться. То есть это вообще смысла нету. Мина клеймор у меня так стоит просто иногда. Ну, если я играю не в командный бой, а с захватами точек, я либо беру SC4, либо ПТ-мину. Если очень много челов, которые постоянно любят дропать себе на голову технику и катаются на ней, да. Вот. Здесь у меня что стоит? Эти очень долго прицеливаются, 30%. У меня стоит вот этот коллиматор на 10%. Стоит потом теплак. Это вообще я не пользуюсь этим, я не знаю. То есть не знаю, не считаю. Может быть, где-то вот эта штука будет, подвесной дробовик, будет прикольно, но нет. И глушаки меня в зависимости от того, что мне надо. Либо мне надо горизонтальную, либо вертикальную отдачу поменять. Вот здесь у меня стоит всегда набор первой помощи, никогда не пользуюсь. Можно флешку поставить. Можно флешку поставить, если карта типа полярный, где много домов, куда можно залетать с флешкой, да, и там разъебывать тех, кто сидит на хате. Вот. Но в основном я, когда начинается бой, я щелкаю рюкзак, ставлю глушитель, ставлю коллиматор и беру набор первой помощи, потому что аптечки у меня нет, у меня здесь патроны стоят. Соответственно, здесь я заменяю клеймор на набор первой помощи, и теперь у меня как бы и хилка есть, набор первой помощи быстро откатывается, наверное, сколько там, секунд 15-30, где-то в этом диапазоне, даже не считал. То есть аптечка мне не сильно-то нужна. Вот. Поэтому здесь у меня стоит вот так. Рукоятка на вертикальную отдачу. Тут очень много не открыто. Я, конечно, хочу открыть вертикальную отдачу на 30. Но, опять же, она очень далеко находится. 3-4 уровень. То есть с оружием надо побегать. Я пока 21 уровня. Вот, потом у меня стоит вот это прицельное, дополнительное прицельное приспособление. То есть это лазер, да. Он уменьшает время прицеливания. Вот этот можно поставить. Я не тестил, честно, с ним. Вот, он уменьшает разброс от бедра. То есть вот я от бедра спрейл в типов, когда в упор они подбегают, и ты просто от страха бывает зажимаешь левую кнопку мышки, да, потому что ты не можешь прицелиться нормально, тем более в упор прицелиться, там что-то голову целиться, там этот тип начинает прыгать на тебя, то есть ты ничего там не взять, главное его заспреить в упор от бедра. То есть вот это, возможно, норм тема, потому что 20%, не знаю, работает она или нет, игра еще кривенькая такая, то есть со стволами там я не пробовал бегать. Короткий ствол, по идее, должен больше дэмэджа наносить, да? Но опять же, он и так на средней дистанции слабоват становится. Там уже надо спреить прям точно, чтобы весь рожок залетал, чтобы убить типа, если у него еще броня топовая. Вот, а если ты еще укороченный поставишь, то дальность еще меньше. Здесь стоит базовая, потому что я все равно ставлю глушитель. Вот. Глушитель все равно ставится с рюкзака, и уже все слоты заняты. Я, так как у меня слоты все свободные, коллиматор я все равно ставлю с рюкзака. Да, я поставил доп. Припасы себе. Открою бронебойные, которые увеличат пробитие брони. Надеюсь, не знаю, работают они или нет. Не тестил. Но вот пока вот так. То есть у меня стоят патроны дополнительные, обычные. Здесь потому что уменьшает эффективность пробития брони. А все челы стараются покупать топовую. Ну, не покупать, а загружать топовую броню. Поэтому я просто допрожок, грубо говоря, себе ставлю. Потом рукоятка на вертикальную отдачу. Про магазин не сказал. Быстрый магазин увеличит перезарядку. И лазер. Лазер, вот этот NQ. PEQ 15, который увеличит время прицеливания.
То есть ты как быстро бегаешь, быстро прицеливаешься, скидываешь весь рожок, чувак отмирает. Даже не от всего рожка, а там буквально 10 пулек, они влетают вообще мгновенно. Вот такой лодаут, друзья. Попробуйте побегать, я советую. Это реально очень мне зашла. То есть мне скар зашел очень сильно, я еще не снимал его вроде. Потому что скар очень жесткий, то есть у меня такой лодаут стоит. Тоже скар и SIG. Кстати, скар. Вот смотрите, флаг, это, блядь, Бельгия и... Бельгия и Германия, или Германия и Бельгия. Вот сверху скар, это, блядь, какой... Это же, не... это же бельгийский флаг вроде. А немецкий вот снизу, SIG. Короче, хуй знает, не разбираюсь. Вот, но попробуйте, отвечаю, вам зайдет, я думаю. Но стрелять, конечно, как, например, с МСБС или с тем же берилом не получится на средней, на дальней дистанции. То есть надо бегать где-то вот в зданиях и валить типов. В общем, как-то так. Пробуйте, друзья. Спасибо, что смотрите. Пока.